мужчины, женщины и дети земли. Соберутся и узрят силу атома. Пусть те, кто живет здесь, на земле... Будь я проклят! У тебя получилось! Тебе удалось ее разрядить! Вот твоя награда! Черт, а почему бы тебе тут не поселиться? Такой человек, как ты, нам бы пригодился. Свободный дом есть, можешь занимать. Вот ключи и дарственные. На вид, конечно, не бог весть что. Но поговори с Мойрой. У нее всякого барахла навалом. Она поможет тебе обставиться. До скорого. Позвольте представиться. Я Уотсворт, ваш личный рободворецкий. Я здесь для того, чтобы угождать всем вашим желаниям, чтобы вы были счастливы и не скучали. Что я могу для вас сделать? Конечно, сэр, прошу вас. Я как-то был в крематории, где жертвам ожогов давали скидки. Батарею моего юмора-стимулятора нужно зарядить. Пожалуйста, спросите позже. Если вам еще что-нибудь понадобится, сразу скажите, сэр. Доброе утро, сэр. Что я могу для вас сделать? Батарея... Мне бы хотелось, чтобы в мире было больше таких, как ты. Я хочу тебе это... Конечно... Нельзя разговаривать с незнакомцами. Барахло. Представляешь, человеческое тело может жить без желудка или селезенки. О, как дела? Глаз радуется от того, что этот старый дом наконец-то обрел хозяина. У меня полно разнообразных предметов и интерьеров, которые могут тебе понравиться. Не всем нравится жить в скучном старом доме. Купи у меня интерьер, и я направлю все свои дизайнерские задатки на то, чтобы устроить все в твоем жилище по твоему личному вкусу. Есть разные интерьеры. Тема убежища, рейдеров, пустошей, науки, машина любви и довоенный антураж. Что? Ностальгия мучит. Помни, стоит тебе купить интерьер, продать его обратно ты не сможешь, но всегда можешь купить новый. Ну что ж, по рукам.
Удачной охоты. Помни, я куплю все, что ты захочешь продать. Как приятно с вами познакомиться. Я ваш новый робо-дворецкий. Война несет миллионам смерть, чтобы улучшить жизнь миллионерам. О, хочется возбуждения? Помни, стоит тебе купить интерьер, продать его обратно ты не сможешь, но всегда можешь купить новый. Доброе утро. Что я... Батарею моего... Скучаем по дому, да? Помни, стоит тебе купить интерьер, продать его обратно ты не сможешь. Но всегда можешь купить новый. Ух, какие мы кровожадные! Интеллектуал, значит? Помни. Земли. Соберутся и узрят силу атома.
Что? Кто ты? Что? Как? Как тебе удалось сюда добраться? Что ты делаешь в этом городе? Убирайся! Уходи отсюда, пока можешь! В чем дело? А ты не находишь ничего странного в маленьком тихом городке с дружелюбными жителями, прямо посреди выжженной пустоши? Нет! Ну, то есть да! Но это все обман! Ты что, ничего не знаешь? Ты что, из убежища? Или из-под камня какого-то? Наверное, уже все на пустошах знают, что в Андейл лучше не соваться, и они правы. Люди сюда приходят и уже никуда не уходят. Что? Ты мне не веришь? Да загляни в подвалы или вон в тот сарай. Увидишь, о чем я говорю. Беги, чужак! Беги! Привет, чужак. Нам с тобой надо кое о чем поговорить. Видишь ли, я заметил, как ты роешься в сарае у Билла. Так что скажи, нашлось там что-нибудь полезное? Ты меня разочаровываешь, чужак. Слишком быстро о нас судишь. Никогда не приходило в голову, что мне надо семью содержать? Не судите и не судимы будете, как говорится в Писании. Честно, сколько трупов на твоей совести? Единственная разница между нами в том, что я приношу в дом мясо. Эй, я не потерплю таких выражений в моем доме. Ну все, с меня хватит. Я тебя предупредил. Теперь я сломаю тебе челюсть, мистер. Попал?
Не знаю, что случилось на самом деле. Мистер Харрис сказал, что наши родители уехали и больше не вернутся. Он говорит, что расскажет больше, когда я вырасту, но я скучаю по маме с папой. Да тут вроде нормально. Тут не очень много других детей, и гости никогда не остаются надолго. Папа говорит, могло быть и хуже. В других местах дети голодают, но все равно бы мне хотелось, чтобы было побольше детей для игр. Папа говорит, что я не должен хотеть уехать из Андейла, но я хочу. Эй, привет! Ага, чего ты хочешь? Ага, чего ты хочешь? Я видел, что произошло, чужак. Пусть эти люди мне и родня, но это нужно было сделать. Я много лет сам так жил. Это... не могу даже говорить об этом. Все, что я теперь могу сделать, это попробовать вырастить детишек и сделать Андейл приличным местом. Они останутся здесь со мной, и я их воспитаю. Жаль, что им придется расти без родителей. Но, честно говоря... при прочих равных это лучше, чем с такими родителями. Лучше быть сиротой, чем людоедом. Правда? Мы сделаем все, что сможем. Я и детишки тут, в Андейле. То есть в том, что от него осталось. Будет тяжело, но мы сделаем все, что от нас зависит. Надеюсь, однажды эти дети вырастут и станут делать добро. После всего того зла, что здесь творилось. Конечно. Хоть и не скажу, что горжусь этим. Тут так было принято. Все мы так делали. Я над этим и не задумывался. Я женился на Глэдис. Все мальчики в Андейле женились на девочках своего возраста. У нас родилась Линда. Она подросла и вышла замуж за Джека. Только после смерти Глэдис... я задумался над тем, что здесь происходит. Столько людей за все эти годы. Сотни, может, даже тысячи. Но что я мог поделать? Я ведь просто старик. Но тебе удалось положить этому конец. Благослови тебя, Бог. До скорого! Тин Пенни пусть поцелует меня в задницу. У нас достаточно крышек. Впусти меня, черт возьми!
Сколько раз надо повторять? Не пущу. Если понадобится, я буду стоять тут днями напролет и орать на тебя в эту железку. Я уже сказал тебе, что Тен Пенни не пустит сюда зомби. Ты кого назвал зомби, придурок? Ты уж точно не человек. Последний раз повторяю. Зомби вход воспрещен. Ты что, не видишь разницы между мной и дикарем? Ладно, я тебе покажу разницу, свинья. Подожди у меня. Ты свое получишь. Все вы. Ну что пялишься? Сказано же тебе было. Вали к чертовой матери отсюда. Не нужны Тен Пенни твои несчастные крышки, а мне не нужен геморрой. Последний раз повторяю. А ну убирай свою гниющую, уродливую, вонючую гульскую задницу с личной территории мистера Тен Пенни. Что? Нет, только эти чертовы гули. Извини, я думал, что ты один из них. Гуль ты или нет, я должен сообщить, что ты находишься на территории личных владений Алистера Тен Пенни. Вход разрешен только постояльцам и по официальным делам. Он тебя ожидает? Надо было сразу сказать. Погоди минутку. Ладно, заходи. Но я тебя предупреждаю. Мы за тобой следим. Что ты хочешь сказать? Для проклятого Роя Филлипса нет. Ни ответ. Все шатается поблизости. Ищет подачек. Его и таких, как он, тут не любят. Точка. Будь я игроком, поставил бы стопку крышек на то, что скоро он что-то дурное сделает. А тогда Тен Пенни будет нервничать. Не люблю, когда Тен Пенни нервничает. Но у меня нет людей, которых можно послать за головами Роя Филлипса и его шайки ушлепков. Иначе я давно положил бы этому конец. Тен Пенни наплевать, сколько у них там крышек. Хоть целая гора. Гулей он сюда не пустит. Пусть эти гули перестанут вонять и идут портить нервы кому-нибудь еще. Это правильно. Никогда не угадаешь, когда ему приспичит одичать. Может, ты умнее, чем кажешься? Правда? Ты? Если хочешь, можешь попробовать. Но когда коленку расшибешь, плакаться ко мне не приходи. Они окопались в близлежащих туннелях метро. Живут с бандами диких гулей. Будь поосторожнее, а то Рой чего доброго сам скоро в зомби превратится. Думаю, ты не от доброты душевной за это берешься, а? Как насчет 500 крышек? Оплата по факту уничтожения этого проклятого гуля Роя Филлипса и всех его сторонников. Ну, может быть, это и правда. В конце концов, с этим когда-нибудь пришлось бы разбираться. 200 крышек устроит? И вот, держи. Возьми эту винтовку с боезапасом. Но смотри, не облажайся. Рой Филлипс со своей бандой окопался где-то в туннелях метро на станции Уоррингтон. Главный вход они перекрыли. Попробуй пробраться через депо. Тен Пенни никогда не задерживает зарплату. И платит не скупясь, да и соцпакет отличный. Он хозяин этого здания. Мы свои крышечки получаем от него. Помни об этом. В туннелях темно. Сначала стреляй, потом спрашивай.
Ах да, мистер Берг ожидает вас. Он ждет на балконе. Занимайся своими делами. Импульсная взрывчатка заложена? Великолепно! Великолепно! Напряжение витает в воздухе. Не правда ли? Когда устанешь наслаждаться моментом, можешь насладиться нажатием кнопки. Да, и береги глаза. Вспышка будет ярче яркого. Представьте себе, посетитель. У меня редко бывают посетители. И это форменное безобразие, потому что я обыкновенно охвачен смертельной скукой. Все эти достойные люди, похоже, убедили себя, как будто я сделан из яичных скорлупок и вот-вот рассыплюсь на части. Я удивлен, что они тебя вообще впустили. Так что ты думаешь о моей прекрасной башне? Не правда ли? Истинная жемчужина пустошей. Смею заметить, я сам ею горжусь. Разумеется, когда я увидел, как эта башня возвышается над горизонтом, я понял, что делать. Я нанял работников, и мы очень быстро все здесь обустроили. Я имел редкостное счастье повстречаться с мистером Берком. Золото, а не человек. У него редкостный талант устраивать дела, не правда ли? Тогда задача состояла в том, чтобы подыскать жильцов нужного сорта с активами нужного сорта. А остальное история. Однажды я походя посетовал, что куча металла, которая возвышалась на горизонте, немного портит вид. Мистер Берг предложил уладить эту проблему. Не правда ли? Какой покладистый человек наш Берг. Не знаю, как бы я без него обходился. Я теперь практически могу не думать ни о чем. Он улаживает все. Я редко даже успеваю попросить. Он настоящий деловой человек. Если мы хотим восстановить мир, нам потребуется больше таких, как он. Отлично сказано! Безусловно! В тебе есть предпринимательский дух. Меня охватывает надежда, когда я вижу молодое поколение с головой на плечах. Настоящий джентльмен не бахвалится, но искренне надеюсь, эта великолепная башня говорит сама за себя. Некоторые утверждают, что Тенпенни Тауэр – вершина моих достижений. Но нет, нет и нет. Это только начало, милый мальчик. Чудесно! А теперь беги. Я рад, что вы довольны. Конечно, мне помогали. Несомненно. И ты... предложишь ему награду, о которой мы говорили. А сейчас весь этот яркий свет и ветер нагнали на меня жажду.
Где мой скотч? Я пошлю кого-нибудь наверх, как только закончу дела с нашим другом здесь. Правильно. И как можно скорее. Я не просыхал много лет. Не хотелось бы начинать сейчас. Боже мой! Какая невероятная красота! Какой очистительный свет! Погоди, я соберусь с мыслями. А тебе, я полагаю, не терпится забрать свое вознаграждение. Мне поручили передать тебе приглашение поселиться в Тенпенни Тауэр. Вот ключ и дарственное на твои новые апартаменты. Это на последнем этаже, первая дверь справа от лифта. Надеюсь, тебе там понравится. Да, и если захочешь навести красоту, обратись к Лидии Монтенегро в бутик «Шик». Привет. Привет. Сейчас немного не до разговоров. Это был прекрасный поступок. Впечатляющий, честное слово. Рад тебя видеть. Позвольте представиться. Я Готфри, ваш личный робо-дворецкий. Я здесь для того, чтобы угождать всем вашим желаниям, чтобы вы были счастливы и не скучали. Что я могу для вас сделать? Конечно, сэр. Прошу вас. Ребенок-людоед конючит у матери. Хочу шоколадку, хочу шоколадку. Мать в расстроенных чувствах. Где я тебе среди ночи негритянку возьму? Конечно, конечно, не стану вас задерживать. Представляешь, человеческое тело может жить без желудка или селезенки. О, как дела? Возвращайся поскорее. Добро пожаловать в мегатонну. Бомба совершенно безопасно. Слово даем. Пожалуйста, подождите. Идет оценка угрозы. Добро пожаловать в
мегатонну. Бомба совершенно безопасна. Хочешь что-то продать? Как дела, жители пустошей? С вами Тридок Найт. Вы слушаете новости галактики. На случай, если вы вдруг забыли, вы слушаете новости галактики. Слушайте последние новости. Безработица снижается, акции растут, а ООН только что объявила про мир на всей планете. А теперь настоящие новости. Да, этот малыш из убежища 101. Только истинный смертный мог ввязаться в столько приключений, загрести такую прорву крышечек. И вот последнее происшествие. Говорят, команду наемников Рейнджер и Рейли окружили мутанты на крыше. Храбрый солдат по имени Тео погиб, исполняя свой долг. Но остальные спаслись. Подозреваю ли я, что в этом деле замешан кое-кто из убежища? Разумеется. Молодец, 101. До скорых встреч, с вами был Тридок Найт. Вы слушаете радио «Новости галактики», которая рассказывает правду, какой бы первым порывом, а теперь послушаем музыку. Что такое божественная сила? Это божественная масса, умноженная на божественное ускорение. Да? Да? Я сейчас не на работе. Возвращайся, когда... А, какая разница? Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. Я доктор Бенфилд. Что тебе нужно? Согласно моей последней теории, разрушительная болезнь, которой подвержены гули, в конце концов неизбежно превращает их в безмозглых убийц, вошедших в поговорку «зомби» с пристрастием к сырой человеческой плоти. Они неизлечимы, и симптомов ничем не смягчить. В общем, грустно все это на самом деле. Ну, нет, конечно, но у моих коллег есть изданные работы. Теперь кто-то должен проверить их исследования. Может, именно я это сделаю? Кто знает? Может, меня, наконец, опубликуют? Пожалуйста, проходите. Добро пожаловать в федералистскую гостиную. Я
Шейкс, желаете промочить горло? Понимаю вас, сэр. Отлично. Могу я вам что-нибудь налить? Не волнуйтесь о таких вещах, сэр. Хотите промочить глотку? Привет. Эта одежда чудовищна. Непременно зайди в мой магазин «Новый стиль», чтобы приодеться как следует. Стиль ждет тебя. Им сказали, что здесь они жить не будут. Но эти зомби слишком тупые, чтобы понять. Они живут в своей грязи, заполонили ближние тоннели метро. Охрана их отстреливает, но они все равно возвращаются. Что ты предлагаешь, а? Не нравится мне твой тон. Энтони, дорогой, у тебя сегодня какой-то опухший вид. Ладно, только отвяжись. Стильность из меня так и прет. Знаешь, как часто ты пользуешься этим словом? Будь осторожней, дорогуша, а не то затаскаешь его так же, как и свое Привет. Чувство меры. Меня зовут Тиффани Чен. То чучело, которое считает себя моим мужем, зовут товарищ Ирви Чен. И можешь так ему и передать. Ты в курсе, что он пытался создать комиссию для обсуждения проблемы гулей? Комиссию. И сам себя назначил председателем, конечно. Что нам нужно, так это сделать хоть что-нибудь, а не трепать языком. Сдается мне, ты мало что знаешь о гулях. Потрясающе, настоящий боец. Именно то, что нам надо. Они живут в окрестных тоннелях. Они меня пугают. Почему никто ничего не сделает? Да ну, шеф Густаво очень порадуется такой новости. Тебе стоит немедленно с ним поговорить. Ну ладно, до встречи. Добро пожаловать в Тен Пенни Тауэр. Ты недавно в наших краях? Я Маргарет Примроуз, владелица кафе Бомонт. Заходи как-нибудь. Шеф охраны Густаво уверяет нас, что он увеличил численность охранников и отдал приказ убивать всех зомби на месте. Да ну, было бы прекрасно. Поговори об этом с шефом Густаво. Всего хорошего. Очень надеюсь, что ты не собираешься это взламывать. Пожалуй, передохну малость и съем что-нибудь. Апокалиптические дни происходит много всего интересного.
Давайте послушаем свежие новости. Мне все чаще сообщают о... Да? Доброе утро. Рад тебя видеть. Возбуждение хочется, значит. Помни, стоит тебе купить интерьер. Добро пожаловать в бутик «Шик». Я его владелица, Лидия Монтенегро. Здесь у нас все самое лучшее и по таким ценам, которыми не грех потом похвастаться перед друзьями. Что, ностальгия мучает? Ух, какие мы кровожадные! Скучаем по вольным просторам, а? Как приятно с вами познакомиться. Я ваш новый робо-дворецкий. Скучаем по дому, да? Помни. Интеллектуал, значит?